Итак, в пятом уроке мы с вами зарегистрировали хостинг, а в шестом уроке зарегистрировались в его партнерской программе веб-мастерах. Надеюсь, вы обдумали, какой пакет вы будете оплачивать, и в сегодняшнем уроке мы с вами оплатим выбранный вами хостинг. Если вы не сохранили в избранное или в закладке ссылку для входа в TimeWeb или веб-мастера, то в описании под роликом можете воспользоваться той же моей реферальной ссылкой для входа. У меня в плейлисте для чайников есть хороший ролик, как за 30 секунд создать папки и сохранять в них сотни закладок на случай, если кто-то не знает, как это делать. Итак, после того, как вы переходите по ссылке, жмем на вход для клиентов. Вот тут. Вас перебрасывает в ваш клиентский кабинет хостинга. Тут мы нажимаем на кошелек на верхней панели и видим сам пакет со скидками по умолчанию стоит 2544 рубля на год. А в итоговой сумме оплатить нужно аж 6012 рублей. За какие такие плюшки? А вот тут нам их и прописали. Сканирует уязвимости на сайтах и моментально их устраняет. Вы не рискуете репутацией, ваши данные и данные ваших клиентов в сохранности. Вы не теряете позиции в поисковиках, вы экономите, не нанимая программиста для установки защиты. Но вы должны понять, что это дополнительный сбор, от которого ваш сайт лучше не станет. И платить лишнее не стоит. И не соглашайтесь ни на какие ихние дополнительные плюшки. Поэтому нажимаем вот тут на кнопку «Отключить тунглер», и цена к оплате становится по умолчанию 2544 рубля, как и договаривались изначально. Отлично. Теперь нам нужно оплатить хостинг, потому что без него мы с вами не сможем полноценно двигаться дальше. Поэтому вам сейчас нужно выбрать самый подходящий для вас вариант оплаты. Если вы зарегистрировали себе кошелек Юмани, вот по этому ролику, то можете оплатить и через него. Лучше, конечно, пополнить первый раз через карту, и она сразу же привяжется к этому сервису, чтобы автоматически оплачивать раз в год на автомате ваш хостинг. Для чего это делается? Ну, например, у вас сайт для вашего интернет-магазина или для бизнес-проекта, и вы будете благодаря вашему сайту получать доход от вашего бизнеса в другом месте, не здесь, не в TimeWeb. И строить партнерскую сеть в TimeWeb вам не с руки. Например, вы сделали сайт, наполнили его отличным контентом и раскрутили в нете. Сайт вам начал приносить уже прибыль, и вдруг вы забыли его оплатить вовремя. Ну, так сложились, например, обстоятельства, что забыли, или в этот момент не было интернета, или вы уехали куда-то, или вам письмо на почту не пришло. Ну, может быть, тысячу причин, и тут вы можете потерять свой сайт. И все ваши старания за год, ну, пропадут, да. И вам придется начинать все с нуля. Поэтому советую вам поставить вот тут все-таки галочку, чтобы привязать вашу карточку. Нажимаем «Оплатить». Тут вбиваем ваши реквизиты вашей карточки и оплачиваем. Если у вас что-то не получается с оплатой, пишите в техподдержку, вам всегда помогут. Если все получилось, то поздравляю вас с покупкой. Переходим к следующему уроку в плейлисте «Сайт с нуля» на моем канале Валентина Синема 2 и продолжаем обучение дальше. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить важные темы, и не забудьте поставить лайк за хороший контент.